Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ, продолжаем с вами проходить DLC Riptide к игре Dead Island, первая часть DLC, основная игра версии Definitive Edition. Мы сейчас с торгашкой, да, будем торговаться, чтобы купить, друзья мои, купить хороший тесачок на хороший уровень, на хорошую мощность, хорошим уроном, сейчас я вам покажу. Универсальный топор, 800, 772... Вот это мы продадим. Это наша награда. Вот она, видите? Господи Иисусе. Катана смертоносная. Где она? Вы поможете мне учтить память погибших? А, ее здесь нету. Здесь автомат. Ладно, давайте мы... Может, хард... Ну, хотя... Сейчас поменяем. Сколько тут? 809. 772. У меня просто оружка какая-то сумасшедшая, я хочу сказать. Смертоносная катана. Давайте вот сюда поставим ты ее. Ты не договаривал, но так. Такого он не заслужил. Ты у меня склад. Вы поможете мне почтить память погибших? Что я здесь у тебя? Знаю, найдите делать. Вертолет, найдите семью Вармина. За вертолетом? Сколько хороших людей погибло. Они достойны того, чтобы о них помнили. А особенно об их доброте. Вы все равно ходите по городу. Если вам случится найти семейные фотографии местных жителей, можете их собрать? Я хочу почтить их память. Чем смогу, помогу. Спасибо. Я создам здесь стену памяти, и никто не будет забыт. Надеюсь, вы расскажете всему миру, что здесь происходит, и нам придут на помощь. Я в это верю. Они достойны того, чтобы о них помнили. Я совершил столько ошибок. Так... Семья Марвина. Я только сейчас понял, как глупо себя вел. Я был плохим мужем и отцом. Сильвия правильно сделала, что меня бросила. Но в глубине души я надеюсь, вдруг мне когда-нибудь удастся все исправить. Но сейчас мне уже начинает казаться, что она ушла навсегда. Ты пока не отчаивайся. Вдруг она еще жива. Я постараюсь ее поискать. Неужели вы готовы мне помочь? Тогда сходите к ней домой. Посмотрите, там она или нет. Окей. Договорились. Огромное спасибо. Я буду вам так благодарен. Она живет в маленькой квартире рядом с морским рынком. Ну и давай теперь у тебя возьмем. Как теперь быть? Вся наша надежда была на вертолет. Этот ублюдок за все заплатит. Да, поискать его стоит. Попробую починить вертолет, а может, чем черт не шутит, Серпо знает другой способ убраться с острова. Может, пойти за вертолетом? Хорошо. Попробую. Вроде бы вертолет рухнул неподалеку от старого форта. Может, просто пойти на дым? Надеюсь, вы расскажете всему миру, что здесь происходит. Вам удалось найти вертолет. И нам придут на помощь. Родной, да я для начала уйду. И если потом уже жив, поговорим. Нашим козырем в переговорах. Мы заставим военных прислать еще один вертолет. Так, вместе с Серпо гранат, и все остальные. Харди, конечно, наломал. Срывающаяся мина, граната. Я ему всю морду разнесу. Так, здесь. Не, 300 это уже для нас не урон, это фигня. Прекрасно. Теперь давайте смотреть, что у нас там по заданиям. А то мы... Понабрали. Дождались. Семейные узы. Найдите дом Сильвии. А где он? А это что? А, убежище в торговом районе. Ну пойдемте, что, заодно и убежище в торговом районе откроем. Катаночка-то у нас одноручная. Он будет нашим козырем в переговорах. Да, молодцы. Я опять не могу даже выйти. Нифига себе отсюда вид. Небось, уютное было местечко. Теперь понятно, почему Жаклин сюда поехала. Наверное, думала, что здесь рай. Да, рай, ага. Но все-таки я не смогу. Не понял. Вы напали на след Серпо? Конечно. Это еще не конец. Там все завалено. Он будет нашим козырем в переговорах. А каким образом отсюда выбраться? Ну там я упаду. Пора уже. Так.
Видимо, да. Блин, я хилки не купил, да? Да. Ну-ка. Лезь! Тут лестница, оказывается, была. Надо же. Обалдеть. Пора уже поймать серпо и допросить. Так и знал, что все этим закончится. Меня уже тошнит. Цивилизация. Но мы никого не бросим. Как только мы поймем... Так, дай-ка мне, пожалуйста, аптечку. Хорошо. Не осталось, кроме этого кинотеатра. Да, 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 да. А тем, да, кто да, еще да, остался да, в живых, может понадобиться. Так. Харди, отлично. Конечно, наломал дров, так и знал, что все этим закончится. На-на-на-на-на-на-на-на. Так, где наше чудо-катана? Вот она, она. Пойдемте. Ну-кась, ну-кась, ну-кась. Тоже никак. Подождите, я что, не могу перепрыгнуть, что ли, это? Вот. Что за фигня? Что, как могу? Все могу. Но, судя по всему, игра нам говорит о том, что выход у нас один, что ли, только, да? Судя по всему, да. Ну ладно. Пойдемте. Эхит, так и хит. Так. Пойдемте тогда в обход, получается. Ой, какая прелесть, да? Кто-то идет? Так. Вот сейчас придут. Ой, придут. Быстро, 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 быстро. Так. Великолепно. Иди сюда. Я, вы сами видели, он не махал. Я не знаю, почему он не махал. Угу. Ой. То есть игра хочет сказать, что возможность выйти с балкона здесь есть. Ну-ка, давайте посмотрим. Но на второй этаж я не мог пройти, я через лестницу выходил. Ну-ка. Ага. Это там, где мы дверь открыли, да? Эхит, эхит. Хорошо. Аптечку возьмем, молоток не возьмем, нафиг не нужен. Кстати, если бы мы там открыли убежище, мы бы сейчас через быстрое перемещение туда попали. А мы не открыли его вовремя. От чего и страдаем. Так, может отсюда? Здесь какой у нас? Old Town Cinema Ferry Station. Надо будет запомнить. Извините, я ошибся. Я ошибся. Я не хотел с вами встречаться и общаться, да. Быстро. Так, ну я думаю, это вот так. Быстро, быстро, быстро. Ну такой дыхалки у нас, конечно же, нету. Мы просто не убежим. Здесь был променад. Его я тоже в двух летах видел.
Конечно. Это все, это хранты. Это хранты, конечно. Я не убегу. У меня и ярости нету. Пошел вон, колись. Ты можешь колоться. Ну, давай. Так, это будет шум, а нам он не нужен. Хорошо. Почему ты не ударил, а? Да. Хорошо. Так, давай. Ну, естественно, кто бы сомневался, господи. Что наш прекрасный супергерой промажет. Опять у меня выносливость закончилась. Почему она у меня закончилась? Как я им раздал-то батюшку? Да. Плохо. Очень все плохо. Я не удовлетворен результатом. Я чудом выжил. Просто чудом. Фото на память. Мы молодцы. Где там? Ногой их отшпинивать нежелательно получается. Ну, да, нежелательно очень сильно. Катана длинная, в этом ее преимущество. Она позволяет держать дистанцию. Хорошую дистанцию. Стоп, назад, 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 назад. Что здесь? О! Так, давайте для начала вот это возьмем. Вот это возьмем. Что тут? Путеводитель по острову номер 17. Давайте почитаем. Паланай. Аборигены Паланай являются потомками полинезийцев. В 1873 году капитан британского корабля «Василиск», англичанин Джо Морсби, посетил остров и объявил его собственностью Британской империи. Лорд Эдвард Джеймс Хендерсон был назначен первым губернатором острова. Он обеспечил себе состояние за счет полезных ископаемых острова, поставляя сырье и товары во все уголки Британской империи. Управление островом Паланай было передано Австралийскому содружеству после смерти лорда Хендерсона в 1906 году. Во время Второй мировой войны японцы вторглись и захватили контроль над большей частью острова. Город Хендерсон, однако, не был взят, так как вооруженные силы Австралии... Как же это всрато, а? Так как вооруженные силы Австралии сумели... удержать его, оставив японских захватчиков на плоскогорьях джунглей и западном... побережье. Короче, австралийцы красавчики капитальные. Давай. Теперь давайте посмотрим, что здесь есть наверху. О как. О как. Помните в Daylight сады на крышах? Но толку от этого никакого нет, потому что это только в качестве передышки, если эту крышу использовать. Пытаться укрыться от погони, залезли наверх, если повезет. И, соответственно, взяли паузу. Но здесь это так не работает. Потому что здесь адовые проблемы с этим. Пол лестницы пролезаешь, и тебя зомбаки все равно сносят. Что, бежит?
Один. Катана великолепно. Расстояние держит четко. Видали, как мы ему вообще бушку снесли? Здесь все-таки бегать нежелательно. Отбеливатель. Так, впереди внизу есть верстак. Я бы хотел нашу катану, как говорится, отверстачить. Но я слышу. Чудесные звуки. Давайте посмотрим, что это. Так. Ну. Все равно попал в говно. Так, это обычная зомбачка. Я думал, это полоумная. Хорошо. Где он там? Где ты тусишь, я не пойму. Надо мной, что ли? Видимо, да. Над нами. Хорошо. Убейте каких всех монстров? Мне верстак нужен. Он здесь? Так, он, видимо, с той стороны дома. Ай, мое плечо левое. Сейчас посмотрим. Патроны для дробаша. Весьма кстати. Дробаш божественен. Не-не-не, тогда пойдемте с этой, к этой стороне дома. Там можно настругать неплохо зомбачей. Мне верстак нужен. Я хочу свою божественную катану починить. Ладно. Ой, друзья мои, бой в этой игре — это катастрофа просто. Это катастрофа. Нехило им прилетело. Так, давай. Сколько? Три удара она мне нанесла, да, и все, и у меня нету. Что там? 526. Ничего так, неплохо. Что еще есть тут? Шестерни. А где верстак? Он в доме. Так, я очень не вовремя занялся изучением. Хорошо, размотали. Поговорите с Ниной. А, вот она ты. Подожди, дама. Сейчас разберемся. Ой, какая прелесть. Сколько у нас там? 24%. Жаль, нельзя, конечно.
У нее прочность повысить. У катаны нашей. Так, у Нинки вода под напряжением. Вы как? А по мне не видно. Электрощит сломался, и вся вода кругом под напряжением. Ча, решим. Найдите щит и выбейте пробки. Пожалуйста, помогите. Давай. Ага, помогу. О, господи, спасибо вам. Щиток стоит на первом этаже. К нему можно добраться через двор. Пожалуйста, поторопитесь. Хорошо. Сейчас решим, Нинка, мы твой вопрос. Но не-не-не-не, значит явно отсюда идем. Через двор. Так, ладно. Где щиток? Но игра показывает, что наверх надо подняться. Сюда, что ли? Снесли. 141 бакс. Ага. Даку... Мы так не договаривались. Там гробы со скидкой. Она тоже все? А тут что? Ух ты. Это часом... Не тот дом, в котором мы только что были. Ну, как обычно, все летит мимо, да, ничего удивительного. Хорошо. Да куда ты пошел? Ой, какой ужас, а. Естественно, да. Угу. Давай. Отдыхай. Пока нет. Сейчас еще внизу зачистим. Хорошо. Ты офонарел, что ли? Да давай. Ломай, вот. Блин, устал я от этой фигни. Что поделать? Закрыто все, да? Интересно, а мы это не откроем? Почему-то, когда он вот этот удар делает... Заперто. Мне нужен ключ. Достаньте ключ к щитку. А-а-а. Вот этот удар там какой-то смертельный. Он почему-то скатывается по лестнице. Непонятно почему. Ну, давай. Не хочет он кирпич выкидывать. Ну давайте вот сюда его выкинем. Тащит по башке удар. Угу. Все. Ключ. От коробки с предохранителем. Что тут? Фото на память. Слушайте, мы с вами прям вообще божим. Так, ладно.
очистите здание от оставшихся монстров. Ну понятно, я так понимаю, что здесь открылись, видимо, двери. Правильно? Ну вот. Вот это вообще нонс. Вот это я к этому не был готов совершенно. Ты труп. Поговорите с Ниной. А, все? Нинка. Вы спасли меня. Да. Огромное спасибо. Возьмите. Здесь немного... Но а что ты предлагаешь? Подожди. Мне надо выбраться отсюда и укрыться в безопасном месте. Пожалуй, попробую добраться в госпиталь к Сесилу. Он в бывшей гостинице около мэрии. Так, а что ты мне даешь? Ну, это нам не нужно совершенно. Да иди. Давайте смотреть, что здесь есть. Так, у нас уровень есть, да? И верстачок есть. Так, умение. Что мы еще с вами хотим? Дальность броска холодного оружия. Не критично совершенно. Прочность модифицированного оружия. Так, что здесь? А, открытые раны. Больше опыта. Но это все не нужно нам. Не можем, да? Надо что-то здесь прокачать. Ну, давайте будем искать оружие в хорошем состоянии. Что это? Обоюдоострый клинок. Клинки это такое себе. Это короткое оружие. Оно здесь не особо эффективно. Здесь все-таки оптимально этих засранцев на расстоянии держать. Так, ладно, пойдемте. Нинку освободили. Сейчас еще надо будет, знаете, что сделать? Безопасную зону найти. Где карта у нас? Карта. Нет, 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 нет. Вот, нам сюда. Сколько там? Чуть, да? Хорошо. Убежище в торговом районе нам нужно. Так. Спокойной ночи. Что там? Пошли за нами, как вы думаете? Я думаю, что пошли. Быстро. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Быстрее, 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 быстрее. Ну и чё? Вот мы залезли сюда. И что? Давайте. Вот так. Грохнули. Пожалуйста, 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 быстро, быстро. Вода это ужас. Так. Ничего я не могу сделать, пока он этот свой супер прием применяет. Так, ладно. Так, про гнев я помню. Теперь надо, чтобы меня сзади не подперли. Хорошо. Оу. Так, ладно. Хорошо. Чё это? Бабло. Так, хилимся.
Так. Вот это, я думаю, скорее всего, убежище. Вот оно. Как я им раздал-то, батюшку? Давай, быстро, 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 быстро. Сколько? Все, прекрасно. Ладно. Очень слабо. По луту, в смысле, очень-очень слабо. Так, это было убежище. Стоп. Вот так, а оно вон оно получается. Ну неплохо, пролезли, все равно выжили, это главное. Пойдемте. Судя по тому, как они стучали. Мотель «Тихая гавань». Есть что полезное? Так. Нет, это явно не убежище. Ну, хотя, может быть, и убежище. Что там? Нет, это мы менять не будем. Как они прекрасно скользят мимо. Хорошо, здесь что? Все. Сдох. Прекрасно. Шоковая кувалда. Промазали. Откровенно меня забавляют меня вот эти вот врывания в помещение с кучей зомби. Вообще никак. А ты мимо, да, прошла? Давай. Игра, нечестно бить во время анимаций. Снесли, отлично. Так, давай. Что тут? 17 баксов. Ну что? Всем гробы со скидкой. Отлично. Давай, ломай. Вот так. Отлично. Давай, ломай. В режиме эконом сносим. Ну, вы сами все видели. Отлично. Так, иди сюда. Ну-ка. Рубанули. Теперь иди сюда. Забираем. Дробаш вообще.
Снесли? Да. А вот не лезь ко мне. Отлично. Дробаш, я люблю тебя. Сильная 433 вообще ни о чем, абсолютно. Дробаш просто без вариантов. Вы сами все видите. Вот это я понимаю. Оружка. Я про дробаш. Ну, что здесь могло случиться с друзьями Мэгги, да? И так все понятно. Сейчас нас во время анимации побьют, естественно. Абсолютно нечестно, кстати. Ладно. А мы здесь еще что-нибудь найдем? Ну давай уже, спокойной ночи. Хорошо. Ткань. О. Ну и что у нас тут? Бабло у нас тут. По идее, мы с этой миссии должны хорошо заработать. Что это? Модификация какая-то, да? Бомба из баллона. Что тут? 2004 дробовик. А у нас 2007. У нас отличный дробаш. Я заболел. Должно быть из-за укуса. Письмо для Мэгги. Боюсь, что бы я ни делал, теперь я превращусь в одну из этих тварей. Такая судьба страшит меня куда больше, чем мысли о смерти. Господи, снаружи доносится шум. Они пытаются ворваться. Боюсь, никому из нас не суждено выжить. Прощай, Мэгги. Я тебя люблю. Ну, к Мэгги нам еще рано возвращаться. У нас есть задание. Нам нужно безопасную зону открыть. Когда-то профессиональным спортсменом. Что у меня? Да. Катана на высокой интенсивности, конечно, сыпется. Что там говорить? Это без вопросов вообще. Ну, а если я еще раз так... Так. Нет, 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 нет. Так, полевая кухня. Семейный. Ну, найдите дом Сильвии. Подождите, а мы что? Открыли, что ли, безопасную зону? Это и была безопасная зона? Это очень странно. Дом Сильвии. Вон там он, да? Впереди. Да давай, хилься. Thank you.
Короче. Вот так все. Хорошо. А ты откуда взялся? Порезали мы его, да? Нет, не порезали, он еще живой. Ладно. Пойдемте к дому Сильвии. Че, как думаем, добежим? Успели. Алло, Сильвия? Да. А ну иди сюда, урод вонючий! Вот так, да, да, я тоже так думаю. Хорошо. Батарея. И если можно. Да сдохни уже. Все, сдох, отлично. Так, давайте сперва вот здесь устраним угрозу. Ну, понятно. У Сильвии там все хорошо. Так, все. Выключи, нам оно не нужно. Ай. Под лестницей, да? Хорошо. Что тут, коктейль Молотова? Вот то нам, кстати, понадобится. Рюкзак, он у нас есть. Коктейль Молотова. Вот. Метательный нож, отлично. Я думаю, что мы его поставим вот сюда. Потому что катана не оправдала надежд, к сожалению. И мы сейчас опять туда влезем. Прям к зомбям. Так, да свали ты в туман. Он меня сейчас забьет. Не забьет. Хелься. Да пройди, дебил, быстро. Так, ну-ка. Где? Вернулась, что ли? Вот и все. Хорошо. Я отбежал не туда и сам себя в угол зажал. Ну ладно. Дробаш всегда должен быть с нами. Это уже однозначно совершенно. Давайте смотреть, что там осталось в доме Сильвии. Давай. Хорошо. Ну, это записка, наверное. Сейчас мы ее прочитаем. Похоже, она собиралась в спешке. Может, ей удалось унести отсюда ноги? Не знаю. Сейчас мы записку почитаем. Это записка? А, когда начался весь этот бардак, она убежала к родителям. К родителям, ну-ка. Это здесь же, да?
Записка Сильвии. Она написала, что отправляется к родителям. Может, еще не поздно? Вроде бы здесь. Это? Надо же. Она оплачивает счета родителям. Телефонная квитанция. Ну-ка. Квитанция с адресом родителей. Так они живут на мысу Виктория. Ну что ж. Ну, дорогие друзья, серию на этом надо заканчивать. Мы уже найдем с вами квартиру родителей, что ли, в следующей серии. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на Яндекс.Дзен и Рутуб. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч, всем пока.